Слишком хорошая освещенность в пятницу вечером стала причиной ДТП в центре Екатеринбурга, в результате которого в 9-й детской больнице побывала 7-месячная девочка. Однако в больнице все не закончилось из-за того, что перевозился ребенок без нарушений ПДД. Нарушение же допустил пилот «Хонды», которая без 25,6, едва миновав трансагентство, вознамерилась на перекрестке Маами повернуть налево с Малышева на Мичурина. В это же время по той же Малышева, но навстречу со стороны Бажова, к тому же перекрестку ехала таксомоторная «Шкода Рапид». Ее водитель куда-либо сворачивать не собирался и почему-то думал, что коллега за рулем встречной «Хонды», показывающий сигнал левого поворота, его пропустит. Наверняка он где-то что-то про это читал в правилах дорожного движения. Но ошибся. Не в правилах, а в предположении о законопослушности встречного. «Хонда Шкодная» соития случилось. Естественно, в первую же голову все бросились проверять, как дела у самого ценного пассажира. Как мы уже говорили, 7-месячную кроху везли на заднем сидении в пристегнутой ремнем специальной люльке, полностью соответствовавшей росту, возрасту и весу. Тем не менее, когда ее осмотрели врачи в 9-й детской больнице, они все же определили наличие ушиба мягких тканей головы. Получив первую помощь, девочка вернулась в руки родителей. Что же касается пилота «Хонды», то он объяснил свой маневр тем, что солнце слишком ярко светило, из-за чего он не мог видеть встречных. Учитывая тот факт, что ребенок находился в специальном детском удерживающем устройстве, ребенок тяжелых травм не получил. Убедительная просьба всем водителям при осуществлении маневров быть внимательными.